Здравствуйте, меня зовут Качалев Артем, мне 8 лет. Я занимаюсь вокалом, играю на фортепиано. Еще я выступал у Малахова и у Руслана Алихно, потому что я очень веселый и крутой. И я люблю участвовать в разных проектах и люблю рассказывать стихи. Сегодня я могу рассказать стих «Не везет». Прихожу я домой из школы. В этот день я как раз двойку получил. Хожу по комнате и пою. Пою себе и пою, чтоб никто не подумал, что я двойку получил. А то пристанут еще. Почему ты мрачный? Почему ты задумчивый? Отец говорит, чего он орет? А мама говорит, ему, наверное, весело. Вот он и поет. Тогда отец говорит, пятерку, наверное, получил. Вот и весело на душе человеку. Всегда весело на душе, когда какое-нибудь хорошее дело сделаешь. Я как это услышал, еще больше заорал. Тогда отец говорит, ну ладно уж, Вовка, порадуй отца, покажи свой дневник. Тут я сразу петь перестал. Зачем? Спрашиваю. Ну ладно уж, я же вижу, что тебе очень хочется дневник показать. Берет у меня дневник, видит там двойку и говорит, глянь, получил двойку и пойдет. Этого еще не хватало, он что, с ума сошел? Ну-ка, Вова, иди сюда, у тебя случайно температуры нету? Нету, говорю, у меня никакой температуры. Отец развел руками и говорит, ну, значит, придется тебя наказать за это пение. Вот как мне не везет. Всем пока, увидимся на съемках.